Всем привет, мальчишки и девчонки, также их родители, с вами MALSER, и мы дальше играем в Just Case 3. И как вы помните, кто смотрел первую часть, нам нужно освободить вот тот город Манаэа, или как там, ну, от вояк генерала, какого-то там, не помню, как зовут его. Ну что ж, не будем тратить время, я думаю, что можно начинать. Так, очень мне нравится этот wingsuit, костюм белки. Ну, даже не знаю, еще с Far Cry 3 я очень долго баловался той бодягой. Так. Манаэа. Попучем мы. Так, поднимаемся наверх. Как-то вот так. Так, с чего начнем? Я так понимаю, в левом углу у нас, вот здесь, ну, не могу показать, это то, что нам нужно уничтожить. Да, там есть знак вот этой фигни, этих рупоров, громкоговоритель. Хорошо, пупсик. Постараемся не шуметь слишком. Ё-моё, ну фиг с вами. Так, есть один. Так, это что за статистика, что за фигня? Ага, вот там база. Ну пошли. Ох. Так, обратно. Снова это. Так. Уничтожим это. Отлично. О, активировать. Вызвать поддержку или что там такое, не поддержка, а stunts. Так, иди сюда, пупсик, вот туда тебя, вот так. Какая у нас парочка здесь. Как упали. Кто там палит? Ты чё стреляешь? А? Оп. Еще один. Ты совсем идиот. Что здесь не хватает нам? Где другие ворота? Ага. Вот здесь что-то есть. Ясно. Бегом. Ужасная смерть. Ну почти. Как подлетел. Это что за сосок? Так. Не готовы. О. Нет. Лучше пулемет, чем дробовик. Так. Где же статуя? Это статуя, наверное, да? Я помню, на E3 показывали в трейлере. Была статуя. Еще что за фигня? Вот, ага, вот оно. Да, заткнись ты уже. С
Все. Куда? На тебе. Вот туда. Оп. А не, сейчас... Вот так вот сделаю. Момент. Поиздеваюсь. А не, блин. Куда пошли? Так, кто там стреляет? Ага, вот оно. Есть. Че, ему руку на яйца? Оттянем ножичку. Нифига. Ладно, тыкву. Вот так. Ясно. Это готово, еще плакат. Этот. Ага, билборд, да. Все. И поменяем флаг. Супер, фейерверки даже. Ты хочешь? Ладно, посмотрим, что там задумал наш дружбан. Боже, как же я люблю этот wingsuit. Так, это что? Здесь? Да, начнем миссию. Ну и что ты хотел нам показать? Так. Добраться к таинственному месту. Посмотрим. Так. Еще чуть-чуть. О, вертушка. Ч-ч-ч, стоп. Полегче, полегче, парень. Это далеко? Ага, где-то там. Ладно. Да, здесь карта, дай бог. Не маленькая такая. Есть где развернуться. И что ж, я-то хорошо. Вот там какой-то материк. В следующих частях видео, этого видео, ну, прохождения игры, постараемся забраться вот туда. Мне даже интересно, что там.
Но думаю, это до хрена далеко. А, да, ясно, я забыл. Прости. Так, полегче, полегче. Парашют. Что это за бред? А, так, открыть комлинг. Что за комлинг? Гараж. Ясно, едем. Это пчела, веспа. О, как она дрифтует. Срежем. Так, стоп. Новые цели. And how does stealing Cecilia's stupid scooter benefit me? Так. Don't be slow, что здесь можно сделать? Ладно, потом. Какой потом, ё-моё? Все. Разнесли эту берлогу здесь. Берлогу, гнездышко. Гнездышко мух. Насколько я помню, даже с первой части там были достаточно такие бои жаркие. Это пока что, пока еще разминка. Блин, нам нужно вниз. Так. Давай, пупсик. О, туннель. Тихонько, гараж. Топ. Ух. Такой. О. Псих конченый. Ремонт? Да. Да ну, зачем мне этот? Fast, Mario, well, you get them? Got them. Not sure how these help me. Throw them to tell my delivery guys where to drop your equipment. Сейчас нам. Так, пойдем сюда в Rebel Drop. А, здесь же можно точно вызывать вертолет с няшечками. Так, что здесь нужно взять? Vehicle. Да. Airbus Eagle. И где этот Airbus Eagle? Helicopter. Ага. Вот. Супер. Сейчас нужно выбрать оружие. Нет, стоп. Это какой же выберем? Призрак. Призрак. А не бодяга. В этот мочит лучше. Ого. Возьму это спектр марк и еще няшечку здесь нужно, вот кладиво, автомат,
беру вдову я это. Ага. Yes, you're getting a chopper. So, throw the beacon to a spot with enough space to take off and land and everything. Так, ждем наш дроп. And voila! Ё-моё! Оп. Just use the app. But we can only supply what you can find. So get cracky. Поменяем наши няшечки. О да. Я понял. Нам нужно освободить зону бая. То есть мы откроем блокпосты, гаражи и еще всякую фигню. Посмотрим, большая это бая у нас. Откроем карту. Ага, нет. А, только это. А еще это нам нужно. Ну, пошли. Освободим эту бая. Блин. Как же красиво здесь, ё-моё. Ага, кто так может? Так, мне кажется, там будут эти зенитки. Как в начале еще. Которые мы перепрограммировали. Хакнуть Сэма. Как ее там называли, да? Ох. Так. Ага. Нужно оценить обстановку, как здесь, кто и где. Так. Ага. Здесь бочки, антенна. Вижу, они подсвечены красным, значит, это нужно тоже нам убрать. Здесь много всего. И здесь что-то было. То же самое. Ну, думаю, начнем зачистку. И все? Да вы издеваетесь. Да ё-моё. Так, пошла жара. Попадем тут, вот туда. Должны. Бум. Нихера, ё-моё. Да ё-моё. Пошла. Антенка упала. О, снайпер. Где же ты, наш снайпер? Наш, мой дорогой. Чё ты паришь? Куда ты целишься? Ага, вот он. Иди сюда, дуванчик. Нормально. О, как утащило. Так, здесь готово что-то. Туда. Оп. Что здесь отключить нужно? Ай-яй. Ай-яй.
Ай. Что за манали уже? Ты что ты стреляешь оттуда, ё-моё, ну? Пингвин, блин. Все, упал суслик. Задолбали, ёб твою дивизию. Сколько же вас как говна здесь. Так, и где это? Ага, турбины. Уничтожить. Есть. Так, там вот еще есть. Блин. Нужно перелезть. Так. Не. И вот здесь. Все, одна цель готова. Приехали пупсики. Ты чё стреляешь так? Отправим его в космос. Вместе с ним. Подберем гранат. Почти готово. Готово. Готов? Подорвем. На всякий пожарный. Ох. Сколько же здесь вкусностей. Так, и на всякий пожарный поставим еще повыше. И одну между этими. Все. Быстрее, максимум, да. Ау. Так, я тебя отправлю вот туда. Блин, ну ё-моё. Взрываем. Бум. А теперь остался еще какой-то пропеллер. Что за фигня это? Тоже здесь? Ай. Нет, здесь мы уже были. Да. Нам взорвать нужно еще. Ау. Ау, ау, ау. Ох. Еще бы немного и бы впечатался в эту стену. Ага, вот здесь есть что-то. Боже. Тут что там взрывает? Все. Почти все так. Что здесь? Кто ж куда-то спрятался? Это ж пес. Thank you.
Так. Один. О, сейчас если грохнут. Ё-моё. Блин. Еще чуть-чуть. Да заебал, бляха, муха. Говна кусок. Плечевка. Боже мой. Все, завязывайте. Идите домой. Ого. Так. Еще турбин. А нет, не. Еще живая, ё-моё. Все. Так. Готов? Блин, я одну там пропустил. Нужно возвращаться. Так, гранатку закинем туда. Подарочек. Ах ты чё, моя? На ещё одну. Бум. Всё, это наша база наша. Что я сказал? Это наша база наша? Я хотел сказать, это база уже наша. Точнее, нафиг она нужна. Что это было? Ой, да, еще сверху добавила. Супер. Вот так. Не, ну а чё? Пролетел ворота, но приземлился плохо. Ничего страшного. Теперь куда? А? Что за музыка? Да, хорош издеваться. Взлетаем. Дядя. Эй. Да! Это все тебе! Я научу тебе летать! Человек-паук! Да не, ну... Так нечестно. Ау. Как упал. Так, дальше куда? Что нам нужно? Это что такое? Гонки, я не люблю я гонки. На wingsuit лететь. Прикол. Вертолет Френзи.
Это бая уже наша. Теперь остался лакос, лаванда. Ага. Здесь еще дофига зон. Ага. Да. Ё-моё. Прима. Прима и допо. Так, я даже не знаю, что там. А, это миссия? Ладно, сейчас пойдем на ту миссию, но сначала хочу посмотреть на этот френзи. Ой. Так, где это френзи, френзи, френзи? Угу. Как всегда, wingsuit. Только не дерево. Фу, почти. А, ну ясно. Миниган. Ну, палит смачно он. И куда нам? Где эта миссия была? Это, наверное, да? Посмотрим. Пока полетим туда. О, есть что лететь. Ага. Если зажать, то есть для спуска вертолета, то скорость увеличивается. Буду знать. Так, стрелять. Ага. Неплохо. Ну, я больше люблю вертушки с ракетами. С ракетами. О. Так, тихонько. Сейчас сюда. Ого. Какой-то пост отбили. Хорош. Скинем вышку. Так. Ага. Is anybody left out there? Come in. Что ты хочешь? Так. Ну, пока мы здесь, можно отбить этот пост. Бросим на эту бодягу. О, как падает смачно. О, да. Куда ты хочешь ехать? Придурок. Да. Все, отбили еще один пост. Чистенько. Так. Йоу. Интересно, посмотрим. Я вижу, здесь тоже есть эти фигни. Поле марихуаны. Ладно, начинаем миссию. I
years in the making. Our inability to protect Malaya was easily predicted. It will be a trifle to recapture, but... the loss of Vis Electra... that is a failure that must not go unpunished. Right. Rico Rodriguez has... Idiota, кусок. Extent of my power, he offers an opportunity for demonstration, perhaps some motivation. The town of Costa del Porto. Burn it! And when he comes to protect the insignificant, kill his friend. Every action must and will incur a terrible reaction. And then the embers of the revolution will crumble to ash as they always have throughout history. Use the tanks. Танки? Что задумал этот? Уничтожить меня любой ценой? Коста дель Порто. Да. Guns, you pray at war, and they burn our homes. So listen to him. We have to do this. Got no choice. But I won't forget. The tanks are mine. You go into town, Mario. We'll serve them up on a plate. Сейчас надерем попку этим. Как их там, солдатам генерала Ди Равелло. Де Равелло, ох. Да. Уже записываю достаточно долго уже, наверное. Ну что же, ребятка, всем спасибо за просмотр, и кому понравилось видео, ставьте палец вверх.